Симфонический оркестр Самарской филармонии готовится к открытию 80-го юбилейного сезона. Из-за особых ограничительных мер музыканты долгое время репетировали небольшими группами, но подготовку не останавливали ни на один день. Мы начинали подготовку вообще отдельно, духовые отдельно, струнные отдельно, старались соблюдать все нормы, потому что это очень серьезное дело. Вот, ну, потом как-то объединились, ну, в общем-то, конечно, достаточно было так, нелегко было сразу привыкнуть к этому, потому что расстояния большие между музыкантами, в общем, как-то, ну, потом привыкли. В новом сезоне концерты будут проходить с учетом всех требований Роспотребнадзора. Социальная дистанция и масочный режим обязательны для всех. Зал будет заполнен на 50%. Ноу-хау Самарской филармонии – специальные защитные экраны для музыкантов духовой секции. Мы сами придумали, как их сделать, как их приделать к пультам. И вот сейчас они ограждают выдох духовиков. В новом сезоне оркестр готовит большую программу. 8 сентября состоится первый концерт, и снова музыка звучит. Музыканты исполнят произведения Штрауса, Циммера, Чайковского. Это открытие, оно посвящено нашим гастролям в Испании. И мы сыграем фрагменты из программ, которые мы играли. У нас 6 программ было на гастролях в Испанию. Такая программа достаточно легкая, почти эстрадная. Хотя будет начинаться она с Петра Ильича Чайковского, «Ромео и Джульетты», достаточно, в общем-то, выдающегося произведения, гениального. На сентябрь филармонии запланировано почти 20 концертов. Среди них киношлягеры Андрея Петрова, «Ваш Эльдар Рязанов», «Час Чайковского». Уже 5 сентября музыканты Самарской филармонии выступят на площади Куйбышева с финальным концертом проекта «Бессмертные песни о войне». Знакомые всем композиции под аккомпанемент оркестра исполнят вокалисты-любители, которые прошли предварительный отбор и репетиции. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».